Так. Ты еще все убьешь. А мне когда укол потом? Алин, всем привет. Наконец-то я доехала. Это когда слишком-слишком старался. А получилось как всегда. Покажи тигра. Мяу. Мяу. Потому что я тигр. Нет, Али не мой тигр. Вот, но наконец-то всем привет. Привет. Наконец-то я доехала. Сегодня мы будем делать... Что мы будем сегодня делать? А сейчас мы будем делать противовоспалительную мезотерапию и химический пилинг на основе салициловой кислоты. Сейчас все расскажем. Сейчас будет что-то нереально. А у меня такая же есть. Да что вы говорите? Да, да, я даже знаю, кто мне ее купил. Ой, подарил. Да. Купил. Да? Да. Кожа плотная стала, кстати. Плотная, офигенная кожа стала. Помните, я в прошлый раз делала у Алима, как этот прибор называется? Ультразвуковой смаз-лифтинг. Знаешь что, интернет вообще не ловит. Почему ловит? Вон, слушай, Сарка. Почему? Ну, почему не удаляешь неадекватов? Я адекватов не удаляю? Не знаю. Интернет офигенно ловит. Вон, ловит, да? Все нормально. Должны, наоборот, прибавляться, а у меня, наоборот, уменьшаются. Что скажешь про ситуацию с Дерябиной? Ничего не скажу абсолютно. Вот, я думаю, все на стене у Кристины расписано довольно ясно. Почему так мало народа сидит у тебя и лайкают? Накрученные, значит. Теневой бан сейчас. Не, у меня нет теневого бана. У меня реально теневой сейчас. Да? Кидают. Не, у меня... На меня найти никто не может. А, да? Значит, да, теневой бан. Ну, сейчас Инстаграм вообще жестко с этим. Да, очень стало. А у меня... Не, у меня, кстати, было, когда я там ходила последний раз в прямой эфир, было нормально. Сейчас, наверное, просто время, воскресенье, и все люди отдыхают. Все люди как люди, а мы работаем. Да, мы работаем. К сожалению. К сожалению. А может быть, и к счастью. Могут работать только косметологи, стоматологи в это время. У меня вон в Испании какие. Потому что кому-то надо аппарат покупать. Дрон Сенваль. Я про себя. Почему работаю? Потому что аппараты надо, говорю. Ребят, вы решили за меня, что мне надо на дом 2, а потом вы решили, что нахрен мне дом 2 нужно, у меня и так все хорошо. Прекрасно. Сами развели тему, сами закончили. Слушай, сколько неадекватных. Вот скажите, когда выходить в прямой эфир? Да. Реально, у меня просто... Неадекватов очень много. Что пишут? Они вот что сидят, наблюдают, мне интересно. Зачем? Если ты... Вот, нет, это просто, знаешь, я как понимаю, это обиженные люди, в принципе, да, своей судьбой, своей жизнью, да, которым вот лишь бы зайти на чью-нибудь страницу, и обосрают говно, потому что его у него... Есть такая пословица, каждый делится тем, что у него сполна. Да. Если у тебя дохрена говна внутри, да, тем и человек делится. Понимаешь? Да. Поэтому пускай делится. Это чужая энергия, она к тебе не пристанет. Да, конечно. Вот так не больше. Так. Первое мы делаем с помощью изопропилового спирта, который пропитан вот эта вот салфеточка для макияжа. После того, как очистили кожу. Пилинг салициловый на основе 30% салициловой кислоты, которая обладает отшелушивающим действием, противовоспалительным действием, сужает поры, очищает от черных точек и снимает весь воспалительный процесс. Это какой-то новый пилинг? Это самый современный, самый крутой пилинг. Далее идет вот такая вот индивидуальная щеточка. Вайл Браш она называется, запатентованная.
и пилинговый раствор. Знаешь, вот, так, в Саратове девочка на консультации была, что-то идти до тебя не может какая-то. Вот, а еще у меня здесь разговоры, что, а где Костя сейчас? Она с Костей, а какой Костя у нее тигра? И вот это вот они сейчас обсуждают. Да. Господи. А вот еще одна пишет, голос дерьмового мастера. Ну вот, я же говорю, каждый делится тем, что у него сполна. Угу. Значит, у него дерьма много внутри. Это пилинг, да? Да, сейчас проводим саму химическую эксфолиацию. Будет щипать очень сильно. Да. Может, мне не снимать в этот момент? Можно снимать. Ничего страшного. Щипит сильно. Да, щипит сильно, потому что концентрация кислоты очень активная. Что, обсирают? Угу. Давай, читай. Пока не могу, терплю. Да, терпишь. А, какая марка пилинга? Энерпил. Это не больно, просто очень сильно щипит. А сильно слазить кожа будет? Кожа будет такими мелкими пластинками шелушиться. Не как обычный пилинг? Ну, что значит не как обычный пилинг? Ну, когда прям слоями. Нет, не прям такой. Ну, ну, хорошо. Если она будет блокировать, к ней будет заходить 20 человек. Слушайте, я вас сейчас точно вот ее заблокировать надо. Тут у меня. А, ну из левых страниц, которые толстовые. Да, да, да. Ты в теневом бане? Не знаю, может быть, не знаю. Завтра выйду в прямой. В прямой эфир посмотрим. Так, ой. Сколько времени нужно, чтобы раскрутить свой бизнес? Алим, Алим, расскажи. Себя как бренд или свой бизнес, в зависимости от того, какой продукт вы продаете на самом деле. Если этот продукт интересен потребителю окончания, ну то есть конечному, то, соответственно, можно очень даже быстро раскрутить. Слушай, ну такой риторический вопрос. Это надо постоянно... Это сколько еще раз так намазать? 2 миллилитра тут всего лишь. Это не так много. Их обязательно, да, надо делать? Конечно. Можно, можно хороший результат получить. Как часто делаешь процедуры для лица? В зависимости от надобности и потребности. Да, я на самом деле... Александра приходит, но... Александра приходит в силу того, что... Жила, да, уже можно сказать? Угу. Живет в Калининграде или жила, вы мне уточните. Было редко, я надеюсь, сейчас будет чаще, да? Терпи, красотка, мне нравится ваше видео. О, просто, ребят, реально пипец. Тебя тоже не находят в инсте. Появляешься не ты, а фейки. Это теневой бан, значит. У Гозия хорошие просмотры всегда были, сейчас у многих блокируют просмотры. Полностью с вами согласна, потому что не знаю даже почему. Алим, какую процедуру можете посоветовать от пигментации? От пигментации можно начать с химической эксфолиации легкой, отшелушить поверхность кожи, поверхностную пигментацию. Можно использовать домашнюю уходовую косметику депигментирующую, особенно с витамином А и с витамином С. Вот, и далее мезотерапию. Ну и завершить фотоомоложением. Что-то у меня глаз щипит. Спроси у Алима, пожалуйста, через какое время можно делать укольчики после приема антибиотиков? Хотя бы 3-5 дней. Должно пройти после приема антибактериального препарата. Обычно максимум антибиотик в крови 72 часа, то есть это 3 дня. Так, красивые губы. Кстати, это тоже работа Алима. Сейчас мы будем снимать преципитат пилинговый. Будет щипать еще сильнее, потому что будет проваливаться пилинг. Не надо. Но это не так, чтобы ты кричала.
А лучше всех пилингов, да? Да. Это прям вообще крутой пилинг считается, самый да? Самый крутой. Что он... А, он очищает кожу, да, сужает поры. Да, да. Воспаление снимает. Пока не щипит. Значит, все уже отщипало. Да? Спроси, пожалуйста, у Алима, какой крем можно купить для... Чипят? Да. А, нет универсального препарата от акне. Надо разбираться комплексно и лечить совместно с дерматологом и косметологом. Поэтому ходите на прием. Вот слушайте, пока Алим раздает советы, согласна, слушайте умных людей, понимающих всю свою неделю. Спасибо за ответ, а мне сказали 2-3 недели, это по поводу укольчиков. 2-3 недели это слишком долго, я вам говорю, как минимум 3 дня. Косметолог выписала Скинорен крем против пигментации, как вы считаете, стоит ли... Скинорен это ингибитор тирозиназы. Тирозиназа это фермент, который превращает... то есть формирует, образует меланин. Оправданное назначение, но для профилактики и перед коррекцией пигментации. Какое вот. У тебя образование? У меня высшее медицинское образование, 6 лет Саратовский государственный медицинский университет, 2 года ординатуры РУДН, 576 часов, первичная специализация косметология, 8,5 лет. Ну, я думаю, это ответ, ответ вас. Как это? Меня возбудил, короче. Я люблю умных мужчин. Вот. Можно как-то увеличить свой рост. Вы можете запросить документы, вам скинуть на страничку или в личку. Так, красотка, умничка, молодец. Но посмотрим, я потом Алиму отпишусь, как мне этот потрясающий пилинг. Пока только чувствую, щипит. Что щипит очень сильно. Вы супер, спасибо за ответы. Да. Но мы всегда готовы выходить в прямые эфиры, если будут в них адекватные люди, и пусть этих людей будет 100 человек, но они да, будут адекватны, мы готовы вот-вот. Что применить? Вышли угри на лбу, но кожа сухая. Подскажите, Алин, пожалуйста. Смотрите, проблема акне, да, это, в принципе, хроническое заболевание, у которого есть большое количество патогенеза. Это могут быть и гормональные нарушения, и нарушения пищеварительного тракта. И, в принципе, неясная этиология может быть акне. Поэтому важно прийти на очный осмотр, на консультацию, поговорить с врачом-дерматологом, косметологом, вот, и после этого решать вопрос коррекции той или иной проблемы. Очень сложно сказать по моменту воспалительных элементов, там частично по локализации, можно сказать, верхняя треть – это желудочно-кишечный тракт, нижняя треть – это, соответственно, женская половая система. Поэтому лучше приходить на прием. У меня лицо очень сухое и шелушится. Что делать? Может, крем какой-то есть? Биоревитализацию, мезотерапию и домашний хороший уход. Вот так вот. Уход, кстати, домашний мне также порекомендовал Алим. То есть, что он мне порекомендовал, то я и делаю. Просто вот я сейчас приехала в Москву, и, может быть, смена климата, смена воды меня что-то подразнесло немножко. У меня вот здесь 2 прыщика, здесь прыщик. Здесь были, но уже их нету. У меня так лицо. С какого возраста ходить к косметологу начинать? В зависимости от показаний, бывает в 10-11 подойдут с воспалительными элементами, бывает и 93 года. Как убрать красные пятна после угрей? А красные постакне можно убрать с помощью сосудистого лазера. Вот. Далее можно поделать фотодинамическую терапию. Ну и, соответственно, отбеливающая инъекционная процедура. Алим, ты золото. Это не я сказала, это они. Спасибо. Спасибо. Это точно, нет смысла идти к врачам. Не понимаю, что чем. А что за уход домашний, Алим? Мы работаем на 2 клиниках, Абаджи, IS Clinical. Ну и средний сегмент, это Teddy Skin.
Это вот то, что новая стоечка, да, у тебя стоит? Мы уже с Аней обратили внимание. Кстати, здесь Аня утка вот. Она к нам вернулась. И сейчас будет делать очень красивые черты лица. Подчеркивающие. И так красивое очень лицо. Сколько стоит процедура, которую я делаю? Которую Александр Озис делает, пилинг вообще стоимость 5000, но сейчас у нас проходит акция за 3500. То есть за 3500 ты можешь делать пилинг, который на данный момент, в данное время, самый эффективный и самый лучший считается. Что сейчас будет? Сейчас мы процесс полистинную и увлажняющую мезотерапию будем делать. То есть вот полость 3500 стоит вот от и до, что мы сейчас делаем? Нет. Вот это 3500, то, что вот сейчас. А, что мы сделали, так. А мезотерапия 5000. Угу. Вот бы к такому врачу, как Алим, попасть. В нашем городе таких профи точно не найти. Приезжайте в Москву. Прилетайте в Москву, и вам все будет хорошо. Так, что за движ с директором Дерябиной? Какой движ, не поняла. Сейчас мы будем с тобой под воспалительные элементы инициировать препарат. Я не могу сказать, что будет больно, но будет неприятненько. Угу. Хочу его. Кого? Алима, что ли? Он мой. Среднюю цену на сосудистый лазер. Сейчас к нам через месяц приедет самый крутой американский сосудистый лазер. Вот. Прайс, скорее всего, в районе 10-12 тысяч будет одна процедура. Угу. Нет, сейчас не щипит, с рост не общаюсь. А что это мы делаем? Противовоспалительную мезотерапию. Подвоспалительные элементы. А, чтобы у меня воспаление, да, прошли? Да. Угу. А что будет делать Анна? Ну, следите за страничкой за ее сейчас. Она будет делать пельмешки. А ничего, что он пилинг прямо на красные точки воспалительные нанес? Нет, ничего. Противовоспалительное действие пилинга в том числе. Не то, что можно, а нужно. Вот так вот. А что можете сказать про пилинг кальций хлорид? Кальций хлорид. Есть такой пилинг, вместе с кальций-хлором его делают и с детским мылом, но это так, побаловаться. То есть можно нанести сначала кальций-хлор на ватный диск, поработать полностью, намазать на личико, и сверху чуть-чуть мылом с помощью ватного диска натереть, и такой пилинг без пилинга будет. Ну это так, побаловаться. Там Брянская была в кадре, да? Да, это была Брянская. Живая? Ну да, терплю от укола. Если бы сейчас не была бы в сети, я бы плакала. Это больно? Да не, не больно. На самом деле нет. Мы просто вводим аппарат, который завтра... Препарат. Который завтра уже уберет у меня. У него диплом есть, но я оставлю этот прямой эфир, и вы посмотрите, есть у него диплом или нет. Он все уже рассказал. Так. Он сильно молод для врача. Ну, так врачи должны соответственно выглядеть. На самом деле мне 36 лет. Алиму 36 лет. Запомните это. А что, ко все пьян не ходишь? Она к ней никогда и не ходила. Вот как бы ответ получили. Почему ты не смотришь, что он тебе вводит? Потому что я доверяю Алиму на 100%. Слышишь, давай покажем, а то скажут. Да, давай. Вот, мы вводим ей препарат. Такой вот Мизолайн Акне он называется. До 2021 года срок годности, если вам видно. Ты смешно. Такой крем для сухой кожи можете подсказать? Если очень сухая кожа, можно использовать крем SkinCeuticals. Крем называется Triple Lipid Restore. Люди уже слышат, как у меня голос это дрожит. Так, то есть кальций хлорид вы не одобряете. Я делаю эффект
мнение вообще бы хотелось услышать. Ну, делать-то можно, обновлять кожу, но часто не увлекайтесь, единственный момент. Угу.